В общем, у девчонок будет домашнее задание. И еще будут тесты. Раз, два, три, четыре. Что ты делаешь? Это так в книжке было. Блинушки от Ксюшки. О! Макс, привет всем. Ребят, всем привет. Привет, Ксюнь. Ты колбаса. Как колбаса висишь, болтаешься. Давай, подтягивайся, давай. Нет, давай, это не давай, мне нужна эта палка. Хотя бы три раза. Мне нужна палка. Она вон там спрятана. Ты опять зонтик достаешь? Да. У нас так жарко сегодня. Очень жарко, градусов 20, наверное. Давай, подтягивайся. Ой, давай, давай. Давай, надо вот так держать руки, вот так. Да, вот так. И пошире. Во. Давай. Раз, два. Опа! Ну что, ты ни один раз не можешь, что ли? Нет. Что ты такая вот так, хиленькая? Вот так проще? А? Так проще? Да. Нет, так не проще. А как проще? Вот так вот. Вот так не да. получается. Ну как тебе удобнее, не знаю. Вот так, ну давай удобно. Так. Как мне удобнее. Давай, раз, два, три. Не можешь. У меня нету сил. Такая слабенькая. Раз, два, три, четыре, пять. Я могу, когда Макс тут. Раз, два, три, пум. Так вставать нужно? Ну, Маргарита тоже с первого раза не вставала. Что ты делаешь? Мне холодно или жарко? Холодно? Так холодно или жарко? Весь лед высыпала. Туда, все, в одну бутылку. Сильно пол у меня, да? Не разберусь. Все. Поехали. А, ну все, все, все. Я же говорю, полно не наливай. Села, разлила все. Где? Со льдом играет? Где Бонька играет со льдом? Она его съела, что ли? Да. Целый лед, кусочек льда. Да. Ей тоже жарко. Вы смотрите осторожно, потому что ей нельзя находиться долго на солнышке. А что почему? Ну потому что такие собаки, они им вредно. Что? Формочки для льда. Угу. Может, вы подальше отойдете? Макс? Так близко нельзя. Подальше отходи. Как встанут, чуть ли не впритык к телевизору встают и играют. Макс, подальше с Каролиной. Подальше, глазки болеть будут. Ну, сейчас доиграете, будете в Марио Кар играть. Маргарита, ты что делаешь? Я тебе ложки дала кушать, а не глаза вытирать. Что ты делаешь? Это так в книжке было написано. Смотри. Макс, массаж глаз, что ли, понять не могу. Макс, убери. По-моему, что-то там... Ложками глаза вытирать? И что? Сон. Для здоровья. Или для сна. И холодное. А должно быть холодное? Ну, в холодильник положи. Положи и потом так приложить на сколько минут? Сейчас прочитаю. Какая интересная книжка. Много интересного, занятного. Я даже не знала. Вот смотри, тут даже макияж. Какие мне тени подходят. Ты какие вот тени? Это, да? Наверное. А под по цвету глаз. Голубые глаза. Или такие какие-то у вас это серо-голубые. Или светло. Ну, у тебя не такие светлые, ты не такая блондинка. Ну, у вот тебя светло-русые. Вот, это светло-русые. Ну. Темно-русые. Ну, коричневые оттенки какие-то там, да, у тебя? Да, у меня коричневые оттенки. Научи ее, Маргош. Ты должна подпрыгивать. А потом... Да, ты просто падаешь. Смотри, я хочу. Она сначала подпрыгивает, потом вот так. Аккуратно, мне спина болит. Почему спина может болеть, я не знаю. Не знаю, у меня тоже раньше болела спина, а теперь нет. С непривычки, может, привыкать надо? Ну, уже неделю, неправильно. Давай.
Ну, голова болит, не прыгай. Бончик, Бончик, Пончик, пойдем. Там не сиди. Там не сиди. Давай теперь будем учиться. А что так мало? Нужно было побольше. Купаться, купаться. Уже долго не купались, да, Настя? Ну, пару неделек нормально. Нет, больше, чем неделю. Нет, я ее купала. Правда? Да. Она так воняет. В смысле воняет? Собакой пахнет. Собаки, они пахнут шампунем. Не пей эту воду, Бонь. Ой, не надо. Смотри, а тот выпрыгнет. Все, мы искупались. Такие вот чистенькие девочки. Да? Бонюсь, пойдем сушиться? И не нравится сушиться. Не нравится сушиться. Боня. Как она смотрит? Зачем вы меня моете? Сушили красавицу пушистую. Ушки немножко тут. Ну, они сами подсохнут, ушки. Не хочу ей в ушки дуть. Смотри, как собачки там бегают. Собачки там. Там собачки. Бонь. Там собачки. Там собачки, понюсечка. Она, наверное, сейчас линять будет. Я не знаю, когда они линяют. Они перед зимой линяют, и, наверное, к весне или к лету, не знаю. Линька у них когда начинается. А, Бонюсь? Потому что что-то у нее вот я сейчас расчесывала. Прям шерсть летела. В носу шерсть. Угу. В общем, у девчонок будет домашнее задание. И еще будут тесты. Так что будем учиться онлайн. 3 часа каждый день? А в школе сколько вы занимаетесь? Больше? Ну, ничего страшного, 3 часа потратите. Тогда летом вы учились, Маргарита. Что ты выбираешь? Поучиться сейчас, либо чтобы вам убрали летние каникулы? Сейчас. Ну? Сейчас. Ну, поэтому я и говорю. Вы же должны... Вы же должны пройти школьный материал. А если вы не успеваете, тогда у вас уберут летние каникулы и все. Понятно? Они нам все сразу дают. Я не знаю, как у вас там будет, но, в общем, надо посмотреть. Выбрось эту свинью отсюда, она ее с улицы принесла. Она уже не это, не хрюкает. А где эта хрюкалка? Не знаю, куда-то потерялась. А нет, она внутри, она соскочила. Соскочила, она так хрюкала страшно. Все, больше не хрюкает. А пока что мы ее... Так что с завтрашнего дня будем учиться. Да. Сегодня, да? Нет, сегодня. Сегодня уже нет, завтра уже вечер. Почему? Хотя не знаю там, как он. Ты зачем пятачок сгрызла? А? Она целует его. Она его целует. О, это чей? Это твой? Да. Ну. Ладно, пойдемте кушать, ужинать. Папа приехал с работы у нас. В общем, мороженое. Так вот. Ребят, кто еще учится, интересно, так вот онлайн? Многие сейчас учатся, не только вы. Слышишь? А. Многие сейчас учатся так дома. Пошли. Ну, потому что должны программу проходить как-то. Будем делать блинчики. Ты маленькая, что ли? Давай, повар. Учи нас блины делать. Сначала надо яйца, а потом сахар, да? Да, ну что ты сбиваешь? Не знаешь, чем ты что, с чем сбиваешь? А я сбиваю миксером. Что? Ты первый раз взяла миксер в руки? Осторожно. Сейчас унесет тебя. Фурст? Что такое фурст? First, then we meet a glass of sugar. 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 Then we need to mix it. Mix, mix, mix. Then we need 2 glasses of milk. Тебе нужно открывать кулинарный канал на английском языке. Then mix, mix, mix. Perfect. Perfect. У тебя английский просто. Просто perfect. This is... Теперь не включай пока, вот так помешай, а то сейчас разлетится все. Now не включай mix пока. It with not turn it on. Really good. Mix it like this.
Шейк. Давай включаем. Шейк, да, we can. Только не сильно. A little bit. Ты что такое? Давай взбивай. Все? Да. О, блин. Красная шапочка. Тихо, я же сказала, сначала размешай. Ага. Сначала, да, вот так вот размешай, чтобы она вся... Микс. Desde que comenzó la cuarentena, se recomienda exclusivamente el uso de mascarillas. O sea, quien salga de casa sin el tiempo de la temperatura. La temperatura Нужно было это немножечко подождать. А ну, и мы уже ждали час, да? Нет. Первый-то блинчик нужно сделать мне, а потом уже тебе. Что для тебя? Первый блин же комом. А наш как может помочь взять? Бонни спит. Не таким же комом. Вот сори. Молочко лучше. Молочко. Нет, кипятком. Aquí. Es lo azul. Batería tiene que tener eso. Видишь, она будет рвать. Видишь, она рвет. Perfecto. So perfecto, you know? Ну что ты делаешь? Как теперь его переворачивать? Мы закончили. Мы готовили где-то 2 или 3 часа. Материал пустой. Мама! А это как? Блин, да, тут... Ой, что это? Все, я вытираю. Ну, что это такое? Я вытираю, а ну, опять такое. Вот, смотрите, вытираем. Нет, это для меня. Для мамы и для папы. Кто она так орёт? Такая баба. Делаем чай. Ну не орите. Чё, добавляем? Я, наверное, очень мало. Бонни, окей. Ой, как красиво, Бонни. Hi sisters. Then we're gonna do makeup. Давайте будем пробовать блинушки. Блинушки от Ксюшки. О! Блинушки от Ксюшки, давайте пробовать. Ну тут Ксюшка уже начала маленький печь. Сначала большие пекли. Это сложно. Так вон был возле тебя чай. Вон тут большой, это твой стакан, я тебе дала. Блинушки от Ксюшки, ну-ка. Бонни. Ммм,
вкусно, Ксюшка. Молодец. 5 тебе ставлю. Что ты больше не можешь? Кушать? Да. Наелась. Ты пока допекла, наверное, да, уже наела? Да. Я где-то 25 съела. Молодец. Вкусно. Пьем чай, спать идем. Да. Я съела 3 больших. Потом не знаю, сколько маленьких. Потом еще пуки сама ела. Да? Ну, молодец. Давай тогда. Завтра утром в школу? Ой, то есть не в школу, а это... Заниматься завтра. Да. Лучше сразу с утра позанимайтесь, и все, потом целый день свободный. Привет! Привет, моя сладкая! Пойдем, девочка. Пойдем. Она бегает тут спокойно себе в колесике. Кики! Ой, ты не убегай туда. Ты не убегай. Да, Бонюсь, ты же не будешь трогать. Он так быстро бегает. Ура! Бежал. Моя кипуся гавнюся. А Бонни так смотрит, не поймет, что там такое. Да, Бонни. Ты не поймешь, что там такое. Пойдем, Кики. Иди бегай дальше. Водичка у тебя есть? Есть. Ой, все, она ушла туда. У нее там норка. Все, спокойной ночи всем. Пока. Завтра будем учиться. Да, пускай спит хомяк. Ты зубки чистишь? Все, спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока. Пока.